Полноценный бизнес-класс родом из Поднебесной? Это вовсе не шутка. Флагман модельного ряда Geely, Vision – это по-настоящему комфортный седан с высоким уровнем исполнения и технического оснащения. Взять хотя бы двигатель с системой изменения фаз газораспределения. Раньше такие продвинутые моторы мы встречали в основном только на японцах. Автомобиль Geely Vision комплектуется двигателем с объемом 1.8, мощностью 133 лошадиные силы. Главный плюс этого автомобиля – это система CVVT в двигателе, которая позволяет существенно экономить расход топлива при высокой мощности. Расход в городе составит где-то около 9,5 литров, на трассе около 7. Динамика у мотора хорошая. 133 лошадей хватает, чтобы очень бодро брать с места, ловко маневрировать в потоке и выходить на уверенные обгоны где-нибудь на хайвеях. В паре с двигателем работает механика пятиступка. Она на удивление четкая, а ходы по-спортивному короткие. Комфорта езде добавляет сбалансированное шасси. В меру жесткая подвеска позволяет вкручиваться в повороты без кренов. Кроме того, она не укачивает и не трясет пассажиров. Список безоговорочных достоинств венчает богатая комплектация. Данная комплектация у нас максимальная. Включает в себя кожаный салон с подогревом передних сидений, климат-контроль, две фронтальные подушки безопасности, систему АБС, гидроусилитель руля, ну и полный электропакет. Стоимость такой комплектации составляет 415 тысяч рублей. Добавим, что базовая комплектация включает все то же самое, кроме кожи и климат-контроля. Но независимо от исполнения, цена все равно лучшая в своем классе. Отметим также, что автомобили Geely Vision почти всегда можно найти в наличии и совершить на них пробную поездку.